Добрый день всем. Я нахожусь в деревне Бессоновке. Вот, это головная или как деревня совхоза имени Фрунзе. И сейчас это уже совхоз имени Горина. Вот. Я уже снимал маленький ролик про вот это место. Это место зимой просто замечательное. Здесь вот я приезжаю, сколько уже несколько лет подряд я приезжаю сюда по работе, и как бы здесь душой отдыхаешь. Это у нас замечательный тут спортивный комплекс Звездный, вот крытый стадион. Там вот, так и хотел сказать, раритетная музыкальная школа, которая еще там, ей очень много лет, она как бы считается памятником. Сбербанк. Ну, собственно, одно из немногих таких мест, где вот эта деревня 22 километра от города. Деревню ее трудно назвать, потому что вот этот пятак, он полностью сделан. То есть офис построен, сейчас вот построены, сделаны ремонты. Вот могу показать, вот стекло полностью все вот сделано. Вот это вот здесь вот был совершенно старенький убитый магазин. Вот сделаны ремонты, и таких ремонтов много. То есть много интересных вещей сделано. Вот. После Сибири я тут сильно скучаю, честно говоря, по елкам, по снегу. Именно вот такой здоровый, хороший, хорошая такая здоровая погода, когда можно ходить без шапки и чувствовать себя замечательно. Именно это то самое, тот самый цимус. Вот памятник Горину, здесь вот его похоронили как. Вот. Все это нормально, вот все так хорошо и так навевает такое спокойствие. Но это может быть вот церквушка сделана. Все сделано хорошо. То есть когда здесь вводятся деньги, когда все работает, все здесь делается, ну, на хорошем уровне, на серьезном. Вот. Под ногами снег скрипит. Это такое редкое время, так и хочется вот сказать, такое вот редкое время, когда на Белгородчине зима. Настоящая зима, вот именно комфортная, то есть минус 5, там минус 7. Вот. Но я считаю, комфортно зимой до минус 15, то есть вот минус 10, минус 15. Вот такие вот чудесные елки, голубые ели. Кому-то они, конечно, надоели, кто там за Уралом живет. Но для меня это просто вот писк. Я просто счастлив. Вот просто погулять по этому парку. Вот. И вот вам тоже предлагаю насладиться вот этим вот видом. Идеальная погода. Маленький снежок падает, микроскопический. Все идеально. Детский садик построен давно уже, и он хорошо сделан. Здесь такая смесь гремучая советского вот этого 80-х годов расцвета колхоза и современных уже построек. Они гармонично все равно вписались друг в друга, и все здесь очень хорошо. Елки — это елки. Только елки, наверное, всех уже здесь пережили. Потому что, судя по их виду, возраст у них не один десяток лет. Это аллея еще, наверное, при советской власти была заложена. Вот как-то так.